Цього місяця на Славутичан, що платять за воду за показниками лічильника, чекають одразу дві платіжки. Перша – за воду спожиту в серпні, друга – за воду спожиту в вересні. Чим обумовлена ця ситуація, нам пояснив директор КП «Славутич Водоканал». Более 10 лет в Славутичі платіжки за воду виставляються з опозданням на місяць. Ну, для примера, в прошлом місяці, в октябрі, были выставлены квитанции за потребление воды, произведенное в августе месяце, то есть месяцем позже. Из-за этого возникала постоянная неразбериха, было много жалоб, много обращений населения, почему вы не выставляете счета месяц в месяц. Было принято решение выставить две квитанции в ноябре месяце, но для этого еще существует целый ряд причин. Первая причина – это монетизация услуг. Монетизация услуг вступает в силу с 1 октября. И для примера я поясню это так, что теперь в квитанциях житель не увидит сумму начисленных льгот. Теперь взаимоотношения по льготам возникают только между управлением социальной защиты и потребителем. Водоканалов в данной ситуации уже не будет участвовать в начислениях. Изначально было договорено, что выставим мы этот двойной счет, образно говоря, вне отопительного периода. И планировали это действие на весну 2020 года. Но вступлению в силу закона по монетизации, где уже льгота не будет отображена, чтобы не путать население, было принято решение делать это по горячим следам, пока у нас есть последний месяц возможности, чтобы выделить образно эту сентябрьскую квитанцию и получить льготу, чтобы люди не потеряли льготу. Поэтому, собственно, квитанции будет две, для чего мы разбиваем их на две квитанции, а не объединяем в одну. Первая квитанция будет выставлена за сентябрь, так как, ну, опять-таки повторюсь, это все по счетчикам. Население, которое оплачивало услуги без счетчиков, им и так всегда выставлялось месяц в месяц. В общем, следующая квитанция, так как в октябре выставлялась за август, назовем ее сентябрьской. Она будет сентябрьской, и в себе она будет содержать начисление льготы. Вторая квитанция будет октябрьская. В ней уже льгота будет не указана. Здесь уже вступила в силу монетизация. И жители, в зависимости от того, подписали ли они договора на монетизацию и получение там, наличные счета, то есть это два варианта, наличные счета, либо через Ощадбанк, то есть государство будет перечислять деньги тем, кто не хочет их получать живыми деньгами, будет перечислять в Ощадбанк, Ощадбанк будет перечислять нам за этих жителей. Существует еще одна проблема, это не совсем проблема, тоже с октября месяца у ЖКХ самостоятельно будет выставлять квитанции. Началась горячая вода в городе, горячее водопостачание. У ЖКХ тоже выравнивает показания в месяц в месяц. С учетом того, что за стоки при горячей и холодной воды выставляют счета водоканал, это наша услуга, то тоже начнется в городе определенная путаница. Когда у ЖКХ продолжит выставлять счета месяц в месяц, а водоканал с опозданием на месяц, у жителей тоже будет возникать куча вопросов, почему не сходятся показания по месяцам. В общем, це ще одна з цих причин. На початку листопада споживачі Вільнюського, Ризького, Талінського та Тбіліського кварталів отримали квитанції за вересень, в яких були відсутні відомості про оплату за вересень, що була здійснена в жовтні. Чому так сталося, запитали в Костянтина Джалеляна. Так як в ноябрі ми збиралися видати дві квитанції за сентябрь і октябрь, сентябрьська квитанція пройшла, скажімо так, в графі «оплачена за сентябрь» стоїть «0», хотя по факту население оплачивало в октябре это потребление. Для чего будут розданы две квитанции? Как раз в одной квитанции за сентябрь будет стоять ноль, а во второй квитанции, которая за октябрь, будет как раз и стоять та самая сумма, которую по факту они все в октябре и оплатили. Что произошло? Мы раздали в 4 квартала первые сентябрьские платежки, в которых оплата за сентябрь стояла ноль. Потом мы прекратили раздачу платежек, когда поняли, что у населения очень много вопросов, и продолжили закрывать период, печатать сразу октябрьскую платежку и остальным кварталам, кроме трех прибалтийских кварталов и Тбилисского, будет разнесено сразу две платежки, в которых, в принципе, все будет понятно. Керівництво КП «Славутичводоканал» звертається до славутичан з проханням, з порозумінням поставитися до ситуації, що склалася, і по можливості оплатити обидва рахунки своєчасно.